я считаю, что фильм незаслуженно получил столь низкие зрительские оценки. «Мулан» в картине получилась более сильная, как мне кажется, не физически, а именно характером. «Колдунья» получилась столь колоритной, что лично мне хотелось бы того, чтобы у нее было больше хорошего времени. Я считаю, что режиссер Вики Каро справилась хорошо со своей задачей угодить и вашим, и нашим. Этот фильм смотрится как самостоятельное произведение, в котором есть свои стилевые решения. Ну да, да. Облажался я с тем видео по фильму «Мулан». Настало время разнести этот фильм. Приветствую, меня зовут Сокол, и перед вами ироничный обзор очередной лайв-экшн-адаптации мультфильма Disney «Мулан». Вообще-то она Мулань, Хуа Мулань. Не Хуа Мулан, не уж тем более Фа Мулан. Знаменитая китайская героиня жила в эпоху противостояния империи Северного Вэй с Жужанским Каганатом, то есть где-то между 386 и 533 годами нашей эры. Хотя большинство историков все же подвергает сомнению само существование Мулань и утверждает, что это чисто мифический образ. Самая ранняя история о Мулань дошла до нас в виде поэмы. Согласно поэме, Мулань 12 лет сражалась на войне в виде мужчины, завоевала огромное число наград и даже дослужилась до поста генерала, никому не раскрыв тайны. Она настоящая легенда и народная героиня. Поэтому, я думаю, вам будет интересно послушать, что же и о мультфильме, и о фильме думают в Китае, на родине знаменитой уже на весь мир Хуа Муланя. Какая замечательная девушка. Ну вы же у меня грамотный, да? Наверняка понимаете по-китайски. Не волнуйтесь, я говорю по-русски. Меня зовут Мунхюэ, я из Китая. На своем канале я рассказываю о Китае и о России. Очень рада сегодня поговорить с вами о фильме «Мулан». Отлично. Прошу любить и жаловать. Ну что ж, приступим к разбору фильма сразу после небольшого сообщения. Давай, давай, иди интеграцию делай. Все майки – это не только одежда с принтами, но и куча других приятных вещей. Например, предметы интерьера. Вот такой замечательный поп-арт, который можно повесить на стену или украсить им полку. Ну или вот такой замечательный плед. Тут у меня мой сосед Тоторо. Ну и, конечно, никто не отменял кучу других вещей, в которых приятно ходить по улице. Куртки, толстовки, футболки, да чего только нет. Все майки Ру. 100 тысяч принтов с твоими любимыми героями и новый конструктор одежды. Переходите по ссылке в описании, заказывайте подарки к праздникам. Там же вы найдете промокод на скидку в 15%. Там же, в описании. Ну а мы возвращаемся к видео. К блокбастеру. Сначала предыстория. Disney – это большая, хитрая, лицемерная корпорация. Доход с китайского кинопроката – это лакомый кусок для компании Микки Мауса. Правда, мне кажется, китайскому прокату хорошо и без диснеевской экспансии. Мультфильм про Мулан, если разобраться, стал первой попыткой Микки Мауса срубить бабла в Китае. Благодаря Китаю Disney получили большую долю сборов «Короля Льва» и «Аладдина». Поэтому была сделана ставка на Мулан. Анимационная лента в процессе производства была сильно переориентирована в сторону китайского зрителя. Хотя по своей сути она так и осталась сделанной для западного. То есть в нее добавили, конечно, китайского колорита, узнаваемые элементы, но душа была у мультфильма западная. А еще в 1997 году студия проспонсировала съемки фильма «Кундун» о 14-м Далай-Ламе. Да как они могли? Не-не-не-не, вот сюда нет, нет, сюда не полезем, нет. Понимаете, китайцам не нравится упоминание Далай-Ламы. Кому? Ну, чтобы фильм заработал побольше денег, надо договориться с китайскими цензорами, понимаете? Нам нужны китайские зрители. Че, серьезно? Мультфильм в Китае допустили к прокату спустя год после премьеры, в 99-м. И только в ограниченный прокат. И зрители оказались сильно недовольны тем, как на Западе показали легенду о Мулане.
За что же его не полюбили? Мне кажется, тут правильнее бы сказать, что в Китае его не любили. Тут важно понять исторический контекст. Мультфильм вышел в прокат в 99 году. Тогда, хотя давно уже был поднят вот этот железный занавес, и в Китае тоже как 20 лет уже шла программа реформ и открытости. Но все-таки идеологическая конфронтация оставила очень сильные следы у большинства китайцев. И с другой стороны, Китай в долгое протяжение истории был очень бедная страна. И тогда, словно всем, чем китайцы могли гордиться, это наша святая традиционная культура. А когда американцы, наши старые враги, взяли что-то из нашей культуры, сделали что-то и хотят еще на нас деньги заработать, это сразу вызвало такое негативное и скептическое отношение. И каждой детали в мультфильме очень строго и чувствительно восприняли. Типа, почему Мулан с такими узкими глазами? Они, походу, нас оскорбляют. И все вдруг стали специалистами по традиционной культуре. И через лупу начали искать изъяны и несоответствия с каждой сцены. Неправильный наряд, неправильный жест Мулан, когда она использует меч. Ну, типа, нужно с двумя пальцами наверх, а не с одним. И так далее. Ну, чтобы максимально доказать, что американцы тупые, не понимают нашу культуру. Придирались действительно ко всему. И Великая Китайская Стена слишком современная в мультфильме. Она не могла так выглядеть 1500 лет назад. Иероглифы написаны неверно. Святилище выглядит неправильно. Китайские женщины использовали губную бумагу для покраски губ, а не кисти. Вся эта история со свахой чушь, потому что изобилует кучей неточностей. Да и волосы отрезать Мулан не могла. Так делают монахи. И Мушу накатал не письмо, а меню из рестика. Да и вообще наличие дракона Мушу взбесило всех. Ну, дракон, это же символ Китая, а они сделали его таким мелким и тщеславным. Оскорбление опять. Была еще сцена, когда Мушу читает газету, а в ней написано «Пекин». А само название «Пекин» появилось только в династии Мин. То есть, как минимум 8 веков спустя после происхождения истории Мулан. Но это, конечно, смешно, что их смущает текст в газете, а сам факт, что дракончик читает газету, это вполне нормально. Я люблю оригинальный мультфильм, но сейчас Мушу по прошествии времени меня тоже почему-то раздражает. Но это на вкус и цвет. В целом, анимационная Мулан – это одна из любимейших для меня историй. Как и другая анимационная классика Дисней, мультфильм в моем сердце. Мне он очень понравился, я прям очень смеялась и даже поплакала. И не только мне, не зря же я сказала, что в Китае его не любили. Если сейчас посмотреть в китайском кинопоиске, то у него очень высокая оценка, где-то 8 из 10 баллов, по-моему. То есть и со временем вот этот менталитет холодной войны все дальше и дальше отходит от современных китайцев, и люди стали более открытыми. Ну а сейчас перейдем уже наконец к ремейку. Okay. Так, все, мы поняли. Мулан устарела. Вместо реальных трансгендеров картонные персонажи. Да, папа выключает. Но сколько еще защитников понадобится, чтобы... Много есть история великой воительницы Мулан. Но я расскажу вам свою, духи предков. Твоя история явно не пришлась по вкусу зрителя. Будь у вас такая дочь. С энергией ци, безграничной силой самой жизни, сквозящей в каждом ее движении. Вы могли бы ей сказать, что только сыну полагается владеть ци? И если вы хотели угодить китайцам, то с первых минут вы уже лажаете, извращая понятие энергии ци. С чего вдруг энергией ци... Или ки, или чи владеют только сыновья, или должны ей владеть. Это энергия, наполняющая все живое и неживое, космос там и прочее. Но если говорить конкретно про человека, то ци – это что-то вроде европейского понятия «сила духа» или «сила воли». Есть также биологическая ци, связанная с кровообращением. Вообще, это основополагающая составляющая китайской философии, что-то типа эфира из устаревших физических теорий. Сложная херня, короче, объяснить в 2-3 предложениях у меня явно не выйдет, да я и, собственно говоря, и не эксперт.
Но здесь, в фильме, это просто магия, которая позволяет хорошо драться и делать трюки из фильмов про кунг-фу. Да, иероглиф «ки» встречается в названиях различных единоборств. Но ведь это не говорит о том, что какому-нибудь айкидо можно научиться по волшебству. Или Мулан тот как крыса из «Черепашек-ниндзя»? Училась по книжке? И тогда мне открылся путь. Или подглядывала за мужиками. В своей клетке я наблюдал за его тренировками и научился секретам ниндзя. В любом случае, заранее бафнутая магия и главная героиня явно продолжает традиции Дисней с сильными женскими персонажами, которые имбанутые еще до событий фильма. Мулан встает в один ряд с Рей и с Капитанкой Марвел. Ничего не поделаешь, мы живем в такое время, когда суперсилы выдают только согласно гендеру. Даже вон курица и та приобрела способность летать выше крыши. Это энергия Ци. Ци значит цыпа. Я не знаю, чего там у нее за энергия, но Мулан в этом отрывке производит впечатление либо тугоухой, либо туповатой. Все ей чего-то кричат, осуждающе смотрят, а она, зная себе, хохочет и акробатикой занимается. Ну не! Ну ладно, не так было. Но нет! Значит, нашла мою подборку фильмов про кунг-фу. Хорошо, хоть не добралась до моей подборки с хентаем. Погодите, мы тут смотрим серьезный фильм про легендарную Мулан? Или это комедия в духе разборок в стиле кунг-фу? Господа, мастер кунг-фу остановит все, что угодно. И даже полет пули. Хотели два пальца? Вот вам два пальца. Как два пальца об китайце. Я много читал про жанр китайского фэнтези «уся». И фильмы смотрел в этом жанре. Быть может, Дисней снял картину именно в этом жанре? Нет, не думаю, что это «уся». И не думаю, у Диснея и был замысел сделать в жанре «уся». Потому что это совершенно другое. Смотри, «уся» из двух иероглифов. «У» и «ся». «У» означает ушу, кунг-фу. Да, это необходимый элемент этого жанра, но это лишь обложка конфеты, важнее вторая часть. «Ся» — что это такое? Это группа людей, кто странствует, кому плевать на материальную зажиточность. Смерть их тоже совершенно не волнует, они могут легко платить жизнью за долг. Они никогда не предают или нарушают свое обещание. Мне кажется, культуру уся можно посравнивать с культурой самураев или рыцарством из средневековья, а та же с гангстерской культурой в каком-то смысле. Только у этих китайских рыцарей конечной целью чаще всего является достижение справедливости и восстановить порядок в хаотичном мире, где много зла. Поэтому то, что в фильме много элементов китайского боевика, то есть кунг-фу, это вовсе не означает, что он имеет какое-то отношение с жанром уся. Короче, понятно, это что-то типа «Самурайского пути». Дисней, вы там определились бы, чего вы снимаете? Ремейк мультфильма, новую экранизацию китайского фольклора, комедийное фэнтези или просто набор стереотипов? Вы еще начнете затирать про то, что все китайцы должны обязательно знать приемы единоборств? О, если я китаец, значит, я должен знать карате? Так знаешь? Да, третий дан, черный пояс. Мулан совсем ребенок, она еще научится себя сдерживать. Блин, родители о ней так говорят, будто она приемная дочь Скриптона и вынуждена скрывать свои способности. Ну там лазеры из глаз, умение летать. Что случилось, когда ты свалилась с крыши? Ты была прямо как птица. Ну понятно, а настоящее имя у нее случайно не Кара Зор-Эл? Когда уже генерал Зод пожалует, а то как-то скучно становится. Скажи мне, какой мужчина захочет жениться на девушке, которая скачет по крышам, гоняясь за курами? В Китае до сих пор весьма интересное отношение к замужеству. Если вы женщина старше 27 и до сих пор не замужем, то вас могут назвать невостребованной женщиной или женщиной-остатком. Однако современные преуспевающие женщины всеми силами пытаются изжить подобное отношение к себе. Но все еще чувствуют себя неуверенно, празднуя, например, 29-й год рождения без бойфренда. В Китае до сих пор существует настоящий рынок невест, а свахи выступают в качестве наемных агентов. С Шу у меня никогда не бывает хлопот. Сваха легко найдет ей хорошего мужа. Итак, долг китайской девушки – выйти замуж и тем самым принести почет для семьи. Только вот тут она еще и дар в виде ци должна скрывать.
Но Ци для воинов, не для девушек. Скоро ты станешь молодой женщиной, и тебе пора научиться скрывать свой дар. Энергия Ци. Ци значит Ци. Представляю, как муж бы удивился, когда увидел бы, как она, подобно Панди По, за печеньем при помощи Ци забралась бы. Обезьяне ни слова. Ты забываешь, что Мулан — наша дочь, а не сын. За Мулан я беспокоюсь. Ее станут звать ведьмой. Си, серьезно? Блин, это такое заезженное, устаревшее понятие из 60-х, 80-х кунг-фу фильмов. И его тоже никак не объясняли в фильме, как и любое другое понятие. Вообще, что за такая энергия и по какому принципу Бог или Будда отбирают тех, кто будет ей обладать? Забавно, что актера, играющего отца Мулан, зовут Ма Ци. Короче, я вот не понимаю, здесь Ци — это аналог нетрадиционной сексуальной ориентации или гендерного определения? То есть родилась она девочкой, но чувствует себя мужиком, поскольку Ци у нее велико. Или что? Или мужик чувствует себя женщиной, потому что Ци мала? Прямо как в той серии «Саус Парка». Да, я победила! Я самая сильная женщина! Вот смотрите, это мое, да, я самая сильная, самая лучшая! Очень оригинально, Дисней. А главное, как умело запрятано. Действительно, в оригинале это была всего лишь история о том, что девушка притворяется мужчиной, чтобы спасти отца. А в ремейке этого было недостаточно. Необходима была еще и внутренняя сила, которая подталкивает Мулан в этом направлении. Так скажем, энергетический мужицкий двигатель. Энергия Ци. Ци не означает цисгендерность. Итак, навалив небольшую кучку нововведений в первые 6 минут, фильм наконец-то показывает логотип и запускает сюжет, прежде всего представляя некую ведьму. Спойлер, это то, во что могла бы превратиться Мулан. Ну, в смысле, Ци у барышни через край, она аж колдовать всяко умеет. Ну, вы понимаете, драконы, духи — это чересчур волшебно, конечно. Баба, которая умеет вселяться в других людей, колдовать и превращаться в птицу, это, блин, нормально. Откуда вы знаете, что она ведьма? Она на нее похожа! Жужжаний? Да не может быть! Ну, ближе к оригинальной легенде, конечно, уже не монголы, но все еще туфтень. Представляю вам одного из самых карикатурных злодеев современного кинематографа. Звать Бори Хан. Но я буду звать его Борькой. Посмотрите на эту обаятельную лыбу. Ох, а эта способность ловить стрелы на лету, говорят, его тренировал сам Флэш. Хорошая попытка. А еще он с товарищами ходит по стенам. Тут его упражняли Бэтмен с Робином. А смотрите, как он неистов в битве, которая идет... Имперский город. Центральная часть Китая. Ну а чего, битва уже закончилась? Они прискакали, Борька подавил лыбу, они побегали по стенам, ведьма пошвыряла сюрикены и все. Это было быстро? Мне кажется, это было быстро. Это было быстро, правда? Да. Детишки, давайте посчитаем жужжан. Сколько нужно жужжан, чтобы захватить небольшую торговую крепость, где расположился целый гарнизон солдат? Один. Два. Три. A few moments later. 13! Молодцы, ребятки! Конечно, жужжанам помогла ведьма, но все равно бой закончился, не начавшись толком. Лучники, что охраняли стены, были способны лишь на одну стрелу для Борьки? Других способов охраны крепостных стен не было, что ли? Численность солдат значения не имела? Как 13, ну ладно, с ведьмой 14 человек сумели захватить крепость? Или у Борюсика чит-код на неуязвимость, антигравитацию и скорость? Он слишком силен. Да не, просто солдаты были очарованы его улыбкой. Императору, роль которого исполнил Джет Ли, да-да, это он, если не узнали, сообщают о великой женщине, что помогает Борьке. Рядом с Бори Ханом сражается женщина.
Ее ци невообразимо сильна. В нашем государстве нет места ведьмам. Да вы опять про эту свою ци, как про гребаную магию, толдычите. Я понял, Китай — это страна, в которой мужчины считают обладание ци привилегией только для мужчин. Чертовы угнетатели! Энергия ци. Ци значит самцы. Она обучила элитный отряд воинов тени, который помогает Борихану. Мы не боимся черной магии. Вы... правда верите в магию? В китайскую черную магию? Несомненно. Мы уничтожим жужаньскую армию и их ведьму. Как быть с магом? Я сокрушу его. Император издает указ о наборе в армию мужчин. Ведьма же сматывается к Борьке. Ты оказалась полезной, ведьма. Не ведьма. Воительница. Вообще, как антипример для Мулан, наличие этого персонажа вполне работает. У нее тоже ци аж из задницы льется. Но в обществе мужиков, что прихватизировали ци, ей нет места. Однако это столь грубо вписано в фильм, что подобное противопоставление способно было произвести впечатление только на неокрепшие мозги, ну, типа моего. Что поделать, длительный просмотр канала «Карусель» на самоизоляции с детьми поджарил мне мозг. И я уже был бы рад даже такому противопоставлению. Вы видели этих мишек, мимишек, а? Они будто бы на экстазе. Ну, серьезно, они невыносимы. Мы закончим то, что начали. И ты позаботишься, чтобы на моем пути ничто не стояло. Зло, предательство, фальшь. А тем временем Мулан наблюдает двух кроликов. Оу, это так мило. Меня сейчас прямо радугой стошнит. Мы с Черным Ветром видели двух кроликов, бегущих бок о бок. Кажется, один был мальчиком, а другой девочкой. Но знаете, трудно разобрать, когда они так быстро бегут. Лаувайм не понять, ведь это строки из пьесы о Мулане. Заяц-самец в новолуние стремительно бежит, а самка дремлет. Но когда два зайца бегут бок о бок, как вы узнаете, какого они пола? Итак, повзрослевшая Мулан, роль которой исполняет Лю Ифэй, собирается к свахе, чтобы та выдала ей мужика. Справедливости ради стоит сказать, что фильм трудно обвинить в зеркальном копировании. Это то, за что я ругал другие ремейки Disney. Даже в момент того, как Мулан наряжают и красят, хоть и звучит мелодия из мультфильма, но сцены не похожи. Но что же вы, Disney, не пошли еще дальше? Где же знаменитые ноги лотосы? Жуткая вещь на современный взгляд, но в Китае такие миниатюрные ножки были высшим шиком. Более того, в пьесе про Мулань героиня использовала какое-то таинственное снадобье, чтобы вернуть себе прежнюю красоту ног лотосов. Да, фильм можно похвалить за попытку не копировать мультфильм кадр в кадр. Однако в следующей сцене уж лучше бы фильм копировал то, что было в мультфильме. Понимаете, в оригинале в этой сцене была логика. Сверчка притащила Мулан, по ее неосторожности он сбежал, чернила на руке свахи оказались из-за шпаргалки, что малевала Мулан. В общем, сваха имела полное право злиться на девушку, ведь это действительно была ее вина. Здесь же на стол опустился паучок. Когда жена прислуживает своему мужу... Так, а я, кажется, знаю, в чем там дело. Для внедрения ее в организмы этих 15 суперпауков. Их 14. Прошу прощения. Одного не хватает. Да. А потом он ее укусил, так на свет появился он. Но вместо этого... Энергия ци. Ци значит циркачка. Позор семье Хуа. Они не смогли воспитать хорошую дочь. Ай, да пошла ты нахрен. Она тебе жизнь практически спасла. Кто знает, может, этот компьютерный паук ядовитый был. Короче, от закидывания семейства Хуа помидорами спасают императорские вестники. На нас напали захватчики с севера. Их было 13, мы считали. Великий Китай не может справиться со столь подавляющим количеством противников. У них есть друид, и он варит волшебное зелье. Простите, не тот фильм.
У них есть ведьма, цыгнутая на всю голову. В общем, вы знаете, Мулан, пожалев своего больного еще с прошлой войны отца, напяливает доспехи и отправляется проходить военную подготовку. На мой взгляд, что в мультфильме, что в фильме эти сцены одинаково хороши. Разве что волосы кромсать не следовало. Неисторичненько. А я вот думаю, неужели в китайской армии того времени не было медосвидетельствования? Кого вы этим пытаетесь обмануть, молодой человек? Но все доктора, видимо, заняты были добычей средств для потенции, коими изобилует китайская народная медицина. Поэтому Мулан особых трудностей не встретила, разве что в общей бане мыться не пожелала. Я велел вам построиться для мытья. Для мытья? Для мытья. От вас воняет. И мне нужен доброволец в ночную стражу. Я! Лю и Фэй, кстати сказать, неплохо смотрятся как в женском обличии, так и в мужском. С одинаковым железобетонным лицом она покорила оба гендера. Но все же удивительно, как это ее не спалили в казарме. Из-за того, что фильм стал больше приближен к реальности, никаких отдельных палаток там, как и положено солдатам, Мулан спит в общей казарме. И ей, видимо, невероятно везло всякий раз, как она снимала с себя доспехи. Никто не просыпался, никто не задавался вопросом, а чего это Хуа Цзюнь, так называлась Мулан, не ходит в общую баню. Да и как она справлялась, извините, с месячными? Энергия ци. Ци значит цикл стоп. Идиотка. Надо скрывать свою ци. Так, у нас же тут лавирование между реальностью, легендой, фэнтези и мультфильмом. Короче, все подобные трудности останутся за кадром. Если и покажут что-то подобное, то только в комедийном ключе. В бодрой такой нарезке солдатских будней. Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке. Жизнь снаружи и с изнанки сам попробуй изучи. Здесь стоит заметить, что в оригинальном мультфильме подобная нарезочка происходит под песенку, которая изо всех сил прославляет военную службу и мужицкую силушку, что, мол, только тут из вас сделают мужиков. Только тут станешь ты мужиком. А еще есть песня, где мужики присваивают женщинам весьма стереотипные линии поведения. Должны готовить, славить мужа и прочее, а на замечания Мулан мужики реагируют вот так. А если девушка умна и знает все сама? Я еще в обзоре на «Храбрую сердцем» хвалил «Мулан» как мультфильм, который продвигает идеи социальной справедливости очень умело. То есть не выпячивает все это подобно проектам от Netflix. Очень мягко намекает, что, мол, нехрен девушкам навязывать эти стереотипные роли в обществе. «Мулан» очень мягко борется с шовинизмом и неравноправием. Если вы не замечали, то «Мулан» — это весьма прогрессивный мультфильм. Но... помимо жалости к отцу, к героине движет еще и желание доказать, что и она способна на что-то большее в этом патриархальном обществе, чем просто быть чьей-то женой. Мне пришлось стать такой. Вам следовало бы отучить дочь распускать язык в присутствии мужчин. Ты украл у меня победу. Нет! Это я! Никто не слушает? А? Ты что-то сказала? Мушу! Ты снова женщина, не забывай. Она героиня. Она женщина, ничего достойного в ней нет. Слушай, ты напыщенный. Хватит. Это делается очень мягко и ненавязчиво. Но даже таких небольших намеков на подобное хватило, чтобы к этому придрались в Китае. Да, действительно, ругают и за мотивы героини, потому что для китайцев она пошла на войну чисто ради своего отца и из любви к родине. Ее столкнули такие традиционные китайские ценности, а, кстати, в новом фильме и сделали довольно сильный акцент на эти ценности, так называемые чун и сяо, то есть и преданность родине, и преданность родителям. А в мультфильме она проявила такое желание найти себя и доказать себя. И такая Мулан для китайцев как-то эгоистичная. Многие пишут, что в сцене, когда она поет ту знаменитую песню «Отражение», они видят в ней типичную американку, только с китайской обложкой. Но никто не знает, что у меня внутри.
Дисней изо всех сил правит мотивацию у Мулан. Отныне ее гложет не то, что она женщина среди мужчин, а то, что она врет. Ведь воин должен быть честным перед командиром, семьей и перед самой собой. Ну и, конечно, перед страной. В первую очередь перед страной. Теперь Мулан больше задумывается о пользе для государства, о чести и честности. Улучшили ли киношники характер Мулан? Вообще-то, в последнее время на китайском кинорынке патриотичные фильмы или фильмы о традиционных ценностях тоже очень в тренде. Поэтому, я думаю, точно бы пошла на пользу, если это не все передано лишь через мертвый взгляд Мулан на меч, где и написаны эти лозунги. И это вызывает у меня такое же ощущение, что и наряды, и декорации фильма, что они просто рандомно набрали несколько традиционных китайских ценностей, которые, по идее, должны понравиться китайцам, и насильственно впихнули фильм и в характер Мулан, что не сделало ее более привлекательной. Верно. Верность! Отвага! Отвага! Честность! Честность! Даже сцену спора о том, какой должна быть женщина, подкорректировали. Солдаты спорят о внешности женщин, не касаясь социальных ролей. И Мулан пытается двигать мысль, что не менее важно то, каковы качества характера дамы. Идеальная женщина для меня смелая. Смелая женщина? Да. И у нее есть чувство юмора. И еще она умная. Умная. Вроде одно и то же, и на мой взгляд, хрен редьки не слаще, но понятно, что Мулан в фильме не пытается спорить с устройством местного общества, только с отношением мужчин к женщинам. Однако Дисней в своем репертуаре в одном месте они, конечно, правят, а в другом отсыпают. Теперь я знаю, я служу тебе. Я рабыня. И тебе будет полезно помнить об этом. Ты оказалась полезной, ведьма. Не ведьма. Воительница. Женщина возглавляет армию. Ее не презирают, как собаку. Вы уж там определитесь. А, или вы специально убрали подобные мотивы у Мулан, но добавили ведьму, чтобы перекинуть на нее все эти, как бы, мотивы борьбы с патриархатом. Хитро. Хитро, Дисней. Еще из ярких изменений дракончик Мушу. Его убрали, потому что китайцам он не нравился. А почему? Я думаю, его убрали по двум причинам. Во-первых, они же хотели сделать фильм в серьезном, реалистичном стиле, а Мушу отвечает за самую комедийную часть мультфильма. Как бы он тут уже не подходит. И во-вторых, в китайской культуре дракон – это символ мужского начала, а феникс – женского начала. А фильм же еще про феминизм, про женскую силу, естественно, заменила дракон на феникс. Заменили его на феникса, который, ну, в общем-то, ничего интересного не делает. Летает и намекает Мулан, как должен развиваться сюжет картины. Ну, еще вот такой кадр с помощью этой птички запечатлели. Также из фильма убрали Ли Шенга. Понимаете, командир влюбился в подчиненного, который был немного женственнее, чем другие. Мультфильм явно опередил свое время. Очень прогрессивненько. Эй, где все эти нытики, которые, ой, нам ЛГБТ-повесточку впаривают? Че вы про Мулан-то все это время молчали? Но почему диснеевцы убрали этого героя? Да, и что не так с гомосексуалами? Ничего, все нормально, только либо они, либо китайские денежки. У меня есть очень простая догадка. Им просто принципиально было впихнуть еще одну кунг-фу-звезду, то есть Тони Ин. А ему остался только роль генерала, где сможет хоть чуть-чуть показать свой кунг-фу. А актеру все-таки уже, по-моему, скоро будет 60. Чтобы такой генерал влюбился в Мулан, это как минимум будет странно. Поэтому любовную линию скорее не убрали полностью, а передали солдату Хунхуэй. И поскольку хотели максимально акцентировать на главную героиню, чтобы получилась исключительно женская история, всем мужским ролям дали минимальную нагрузку. И любовную линию тоже сделали периферийной. Да, заменяют Ли Шенга сразу двое. Командир в исполнении Донни Йена
мудрый наставник, который выделывает с мечом что-то такое, от чего челюсть отвисает. Он и не помышляет ни о чем таком в отношении Мулан. И есть теория, что подобные отношения между генералом и Мулан из фильма были выкинуты не для того, чтобы угодить китайцам. На фоне скандалов с сексуальными домогательствами в Америке, отношения между начальником и подчиненным /подчиненной теперь табу для Голливуда, конечно. Вторая замена Ли Шэнга – что-то типа любовного интереса Мулан, Хан Хуэй, роль которого сыграл Йо Сон Ань. Он солдат, равный ей по статусу. Полноценными любовниками они, конечно, не становятся, но намеки на это есть. Правда, чувак настолько близорукий, что не способен разглядеть женственных очертаний приятеля, даже когда тот без доспехов. Вероятно, потому что от того говной воняет. Близко не подойдешь, глаза слезятся. От тебя разит, солдат. Ты хоть раз мылся? Ты дурно пахнешь. Помните друзей Мулан из мультфильма? В фильме их лишили карикатурности, они стали больше похожи на людей. А сверчок так и вовсе превратился в человека. Правда, в результате этого друзья Мулан перестали быть запоминающимися. И если героев мультфильма вы помните, так как анимация гиперболизировала их внешность в соответствии с характерами, то этих статистов вы вряд ли вспомните. Они есть и все. А кто из них кто и почему мы им во время экшена должны сопереживать? На это как бы всем плевать. Что передать вашим матерям, когда вас убьют? Не смешно. Еще всех взбесил тот факт, что Мулан доказывает свое превосходство вот таким образом. И действительно, в сравнении с мультфильмом этот момент сильно проигрывает. Тут смекалочка, а тут тупо магия. Пресловутая сила ЦИ. Энергия ЦИ. ЦИ значит... мышцы. Вопрос не в том, насколько она сильная и волшебная, а в том, как она стала сильная и волшебная. Я до сих пор помню сцену из мультфильма, когда Мулан что-то сделал не так, и ее хотели выгнать из армии, и она всю ночь пытается подняться на тот столб и никак не остается. То есть силу она приобрела через труд и упорство. Таким же образом завоевала доверие сослуживцев. А по характеру она похожа на любую нашу подругу, кто шутит, влюбляется, кто может полениться и не проснуться вовремя. Это простая и обычная девушка. И это говорит о том, что любая девушка может добиться успехов через труд и упорство. В фильме расстояние между Мулан и зрителями стало такое большое. Она такая серьезная, думая только о тех великих ценностях, и она обладает волшебной силой. Получается, это супервумен. Господин. Твоя ЦИ очень сильна, Хуадзин. Почему ты ее прячешь? Блин, реально, задолбали вы со своей ЦИ уже. Ну серьезно, неужели никто не понимал, что этими идиотскими суперсилами вы портите фильм? Неужели Мулан не могла быть просто способным, упорным и сильным персонажем? Зачем колдунство надо было приплетать? Создатели, вы могли показать несколько попыток Мулан подняться на гору с этими ведрами. Вы могли продемонстрировать ее упорство и тупую решимость. Вы могли показать хотя бы, что ей это с трудом далось. Хотя бы пару раз искаженное в муках лицо продемонстрировать. Как она с трудом переставляет ноги. Вы могли сделать этот эпизод демонстрацией того, как она преодолевает себя, но нет. Она забирается на гору тупо потому, что перестала скрывать свою ЦИ. Еще и делает это с довольной такой лыбой. И остальные смотрят на это и такие: сегодня устроим ему темную. А потому что нехрен от коллектива отрываться выскочка. Короче, давайте уже к боевым действиям. Войско Борихана стоит менее чем в полудне езды отсюда. Они готовятся к битве. Их численный перевес огромен. Их слишком много, целых 22 человека. Нам не справиться. Преимущество у того, кто делает ход первым. Мы выступаем на рассвете. Прости, командир, мечом ты махаешь круто, но тактика явно не твоё. Может, все же подумаешь? Нет, да? Ты выперся на поле, встал с войском посреди степи. Борька мог вообще не вступать с вами в бой, обойти вас с флангов или вообще через горы иным путем махнуть. Что он и сделал, отдав вам остальное войско на растерзание. Тоже тот еще гений тактики. Мулан же почему-то оказывается кавалеристом. Это потому, что пришла со своим конем? Удобно. Она в составе других конников пускается в погоню. Да, пусть гибнут те, у кого с ЦИ не такая прочная связь. В результате цыбнутая Мулан остается одна и встречает столь же цыбнутую ведьму. Ты ведьма. Вот как. А кто ты? Я Хуадзюн, солдат армии императора. Мое кунг-фу сильнее твоего.
Обман делает тебя слабее. Он отравляет твою ци. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Да мы поняли. Ци очень капризная субстанция. Очень не любит вранье и провокации. От концентрации ци меня уже так серьезно потряхивает. Скажите еще раз про ци. Скажите, пожалуйста, еще раз про ци. Энергия ци. Ци значит цианид. Ты умрешь, притворяясь тем, кем ты не являешься. Ну да, до конца еще полфильма, так уж и умрет. Так вам все и поверили. И Хуацзюн умер. Мулан выжила. И тут диснеевцам стало плевать на легенду и повесть о Мулань, где ясно сказано, что она 12 лет в обличии мужика воевала, и никто не прочухал. Честность с самой собой и со всеми вокруг – вот за что топит Мулан 2020-го. Без этого ци отказывается помогать. И пока солдаты участвуют, наверное, в самом бескровном бою за всю историю боев, Мулан скидывает с себя доспехи, потому что… А, собственно, почему она скидывает с себя доспехи? Я не понял, женщина в бою не нуждается в защите от случайной стрелы или копья? Почему ей так уж приспичило сбрасывать с себя доспехи? Или она тут как царь Леонид? Шлем душил его, сужал ему обзор. А ведь царь должен далеко видеть. Его щит был тяжел, нарушал равновесие. А ведь цель была так не близко. И она как нож в масло врывается в бой, раскидывая всех и отбивая ногами копья. Сила ци! Ведьма! Она ведьма! Да ты ведьма! Итак, чтобы спасти друзей и остальных солдат, а заодно, чтобы фильм не настолько отличался от мультфильма и не потерял гордое звание лайв-экшн-адаптация, Мулан решает сделать то же, что и в анимационной версии. Лавина. Она заставляет Жужан развернуть катапульту, вызвав огонь на себя и… Как только моя рука… Запускай. Уже улетела. Товарищ жужанский командир, а у вас не было мысли, что стрелять из непристреленной катапульты без корректировки огня в сторону огромной заснеженной горы – это малость похоже на самоубийство? Кроме того, там, похоже, не так уж и много засело народу, чтобы тратить так много усилий, разворачивая целую катапульту, которую вообще-то используют в качестве осадного орудия, а? Даже не знаю, право, нужна ли кому эта жестокость. Нужна, наверное. Я вот сейчас не понял, это земля трясется? Или это она трясет рукой землю? Вот сейчас неизбежно сравнение. Вот глядите сюда. А теперь посмотрите сюда. Какая-то горстка солдат, что с одной стороны, что с другой. Дисней, что, блин, с масштабом? Вы куда 200 миллионов долларов бюджета-то спустили? Это чё за позоруха? Где деньги, Дисней? Где деньги, Дисней? Хан Хуэй! Хан Хуэй! Хан Хуэй! Я вот сейчас вообще не въезжаю. Мало того, что она сама вся насквозь волшебная, конь ее, наверное, из рода Пегаса. Он вообще буквально летит над лавиной, не зарываясь копытами в снегу. Но только лошади летают вдохновенно, и ночью лошади разбились бы мгновенно. Мулан спасает возлюбленного Хан Хуэя и, похоже, силой ци заставляет его дышать. Энергия ци. Ци значит циркуляция воздуха. Мулан сознается, что она девушка, ее изгоняют. Если не сравнивать с мультфильмом, то сцена выглядит терпимо. Однако, опять же, в сравнении проигрывает. Во-первых, в мультике за подобный подлог наказание смерть. Я не знаю почему, но фильм понижает ставки. Скорее всего, потому что из картины был убран Ли Шэнг. Именно его спасает Мулан. Именно он должен казнить ее, но… Жизнь за жизнь. Я возвращаю долг. В
фильме персонаж отсутствует. Главнокомандующего Мулан не спасает, предпочитая Ханхуэя, а значит и причин для прощения нет. Пришлось заменить казнь на изгнание с позором. Во-вторых, мультфильм использует это как нравоучительный момент. Именно тут Мулан получает урок – врать нехорошо. Фильм же пропитан этим посылом полностью, поэтому тут зритель не испытывает эмоционального всплеска. Зато Мулан из фильма признается сама. Вот в этом ремейк не проигрывает, а даже наоборот. Такой поступок – это свидетельство силы и твердости характера. И если бы весь фильм не испортили дурацкой магией, которая топит за правду, и больше бы работали с характером Мулан, то это стало бы неплохой кульминацией арки персонажа. Но нет, мы лучше воспроизведем старинное клише «Присоединись ко мне, и мы всех нагнем». Соедини свой путь с моим. Вместе мы будем сильнее. Такие, как мы, должны друг за друга цепляться. Наша дружба крепка, как цемент. Так, все, пора завязывать с этими цикаламбурами. Я знаю свое место. И это мой долг. Сражаться за наше государство и защищать императора. Вот именно за это китайцы, да блять, любят эту героиню. Даже несмотря на явный парадокс. Мулань нарушает закон, то есть обманывает вербовщиков в армию. Чтобы спасти систему, он нарушает закон, то есть государство. Вот ведь фокус. Но этого мало. Диснеевцы просто сюда это вкидывают и думают: ладно, и так сойдет. А на деле просто собрали кучу китайских элементов, деталей поэмы, стереотипов и китайской клюквы. Напихали всего, чтобы просто было. Я считаю его клюквой не в плане того, что он полон стереотипов, а в плане того, что он насколько неестественный, поверхностный, как будто в каждую секунду кричат: вот феникс, китайский элемент, вот вам красные фонари, китайский элемент, вот вам еще китайский кунг-фу, чи. И они принесли вот этот компот из китайских элементов и говорят: ну вот, китайцы для вас все сделали, давайте нам деньги. Итак, ведьма выбалтывает планы Борьки и даже не пытается остановить Мулан, когда та отправляется к солдатне, чтобы его выболтать им теперь уже. Кроме того, Мулан вообще не встречает никаких препятствий на пути к сослуживцам. Ей спокойно открывают дверь в крепость, ее допускают до командующего, и ни у кого даже мысли не возникло проверить, не подосланный ли это убийца. Поразительная беспечность. Убейте меня, если нужно, но сначала выслушайте. А сейчас, дамы и господа, мы наблюдаем одно из самых быстрых разрешений конфликта в истории кино. 5 минут. Это заняло 5 грёбаных минут. 5 минут, 5 минут. Бой часов раздастся вскоре. Помиритесь, те, кто в ссоре. Вот ее с позором выгнали, а вот уже приняли обратно. Еще и повысили. Ты поведешь нас в поход к имперскому городу. Энергия ци. Ци значит цигель, цигель, ай-лю-лю. Я верю Хуа Мулан. Я верю Хуа Мулан. Я верю Хуа Мулан. Я Спартак! Я Спартак! Я Спартак! Я Спартак! Я Спартак! Я Спартак! 13 воинов-жужан, жалкая оборона крепостей и столица Поднебесной, которую охраняет жалкая кучка солдат. Их легко может отвлечь орел. Прыгающих по крышам хашашинов никто не замечает, конечно, тоже мне ниндзя. Режим невидимки. Всю охрану и всех солдат можно собрать в одном небольшом дворе. А император идет биться с врагом самостоятельно. Ну прям величие Китая. Дисней, я повторяю вопрос. Где деньги? Ворота открыты! Улицы пусты! Где вся стража? Я даже больше скажу. А где вообще все жители этого монументального города? Сидят на самоизоляции? Дисней, где деньги, которые сами же вы на массовку выделили? Всю охрану собирают в пределах небольшого двора. И вы сейчас думаете, что, наверное, план запереть их там и расстрелять со стен башни из луков. Но так бы сделали умные люди. Но жужанские ниндзя особым интеллектом не отличаются. И бегут со стен аки-мартышки. Мулан привела туда заодно и своих друзей, потому что... Ну а почему бы нет? Тем временем, в результате нелепого экшена из нелепых фильмов про кунг-фу, Борька схватил императора. И вместо того, чтобы его сразу грохнуть, он разводит типичный злодейский треп. А в память о моем отце... Здесь ты умрешь. И что сделал барон фон Злыдень? Закатил монолог. Да, закатил монолог! Кто придет спасти тебя, сын неба? Где сыновья твоей империи? Я скажу тебе...
загнал меня в угол, а заткнуться не может. Ведьма же, видя успех Мулан, довольно легко переходит на ее сторону и даже жертвует собой. Займи свое место, Мулан. Конечно, опять-таки ссылается на то, что в долгое протяжении истории и на Западе, и в Китае женщин, которые вели себя не по правилам патриархального общества, называли ведьмой, их избивали, изгоняли и даже сжигали. Это же все про феминизм. А то, что в финале ведьма пожертвовала своей жизнью, спасая Мулан, тоже показывает такое сестринство в феминизме. Ладно, это все лирика. Что мешало Борьке укокошить императора сейчас? Что за вежливое ожидание главной героини? Что за вытягивание кошачьих гениталий? Чем он вообще там занимается, резинщик хренов? Какие-то цепи там поправляет? Короче, наконец-то финальный босс. Ты могучий воин. Восстань, как птица Феникс. Сражайся за свою страну и ее народ. Да, я знаю, что ты женщина и нарушаешь закон, но сейчас у меня надежда только на тебя, поскольку Дисней зажопили бабла на массовку, солдат и экшн-сцены. Ну, хотя у Микки и без этого проблемы. Ну так продавайте парк развлечений Эпкот. Если на аттракционах нет людей, значит аттракционы надо продавать. Нет, я сказал больше мандалорца. Господи, да мы тут все сдохнем. Тупой злыдень, он и есть тупой злыдень, запрыгивает сам в очевиднейшую ловушку и не догадывается обрубить веревку вместе с Мулан. Зато она догадывается. Это просто позорище. Борька наконец-то предпринимает попытку убить императора. Но тот делает трюк с ловлей стрелы, и в результате другого циркового трюка Борька наконец-то умирает. Мулан чествуют и даже награждают высокой должностью. Однако Мулан отказывается, сообщая, что она предала доверие семьи. Я приняла это решение, зная, что оно может покрыть их позором. Мулан прощается со смазливым солдатиком. Мы еще увидимся, Хуа Мулан. Я пришлю к тебе сваху! Мулан возвращается в родную круглую коммуналку. Семейство ей радо. Ну, тут что-то обсуждать не имеет смысла. Сцена хорошая, добрая и милая. Тут надо быть совсем безруким студийным боссом, чтобы испортить все это. А тут еще и стражники от императора подъехали с подарком в виде меча. В общем, закончим на этом. Получилось... Ну, я все еще настаиваю на том, что это не так плохо, как другие ремейки Disney. Да, все еще не ахти, но все же не так плохо. Фильм вполне самобытен. И если смотреть его в отрыве от мультфильма и от событий вокруг фильма, то он имеет даже шансы понравиться, если простить ему какие-то нюансы. Естественно, он сильно проигрывает в сравнении. Однако, в отличие от, например, «Короля Льва», «Красавицы и чудовища» или того же «Аладдина», картина не занимается постоянным копированием. Это вроде та же история, но рассказанная по-иному. Конечно, не без косяков, как в постановке, так и в нарративе. Зачастую очень грубых косяков, об этом и был плохбастер. Деревянная актерская игра, жанр, с которым создатели не могли определиться, и какая-то невероятная проблема с масштабами. У фильма имеется все, в принципе, за что его можно искренне ненавидеть. Но я все же считаю, что зрители отнеслись к фильму слишком предвзято. Но в этом диснеевцы сами виноваты. Во-первых, фильм стал козлом отпущения для тех, у кого накопилось слишком много фи в отношении лайв-экшн-адаптаций Disney. Во-вторых, фильму досталось от поклонников мультфильма, так как изменено было слишком много всего. Убрали Мушу, песни, Ли Шэнга, исправили характер Мулан. То есть фильм реально ругают за то, что он не был зеркальной копией. В таком случае «Король Лев» One Love, ребята, я понимаю, почему он так много денег собрал. Ну, это ж просто шедевр. Многие изменения, кстати, в сюжет вносились только для того, чтобы угодить китайцам.
но что-то пошло не так. Самое важное, Финн же в полном серьезе хотели делать в реалистичном стиле. Ну, по сути, эпопею хотели делать. А раз это уже эпопея, а не просто веселый мультфильм, естественно, китайцы ожидали от него более аккуратный подход к историческим фактам. А в фильме, получается, семья Мулан живет в фудзянском доме. Такое зодчество появилось только в 11 веке на юге Китая. А история Мулан произошла в 6 веке, сама Мулан северянка. Еще сцена, когда наложницы прям гуляют перед дворцом, тоже насмешила очень. Я тут уже не говорю о наряде, о декорации, которые по сути просто собрали из разных династий и разных времен. Многие говорят, вы че требуете от ремейка мультфильма соответствия с историей? Но проблема именно в том, что его в Китае восприняли вовсе не как ремейк, а как отдельное самостоятельное произведение, основанное на народном эпосе, который все наизусть выучили в школе. И Мулан для китайцев тоже не какая-то диснеевская принцесса, а народная героиня, которая действительно существовала в истории. Если честно, я как-то не поняла, почему Дисней как будто совсем не учёт тот кровавый опыт в столкновении с высокомерием или чувствительностью китайцев, как-то та же мультфильм критиковали за ошибки или несоответствия и начал хаудурить еще больше, когда делали фильм эпопею. В-третьих, фильм покрылся просто толстенным слоем из скандалов. Там и исторические неточности, там и политические заявления главной актрисы. Она выступила в поддержку полиции Гонконга во время акции протеста в 2019 году. В соцсетях стали призывать к бойкоту фильма. Жители Гонконга и Тайваня, граждане других азиатских стран и американские активисты приравнивали поддержку Мулан к поддержке китайской внутренней политики. И если бы руководство Дисней осудило бы актрису, то можно было забыть о китайском прокате. Но, конечно, студийные боссы на такое пойти не могли, поэтому оказались между двух огней. Бедные лицемерные сволочи. Там и географические места, за съемку на которых создатели фильма смешались с говном. Это связано с уйгурами, мусульманской народностью Средней Азии. Правозащитники заявляют, что китайское правительство именно в регионе Синьцзянь, руководству которому Дисней выразили благодарность, устроило культурный геноцид уйгуров, которые миллионами попадали в концлагеря. Попрощайтесь с идеалами свободы, если хотите сосать тепленькую китайскую сисечку. Короче, когда начинаешь в этом разбираться, волосы на затылке начинают шевелиться. Грязь, очень много грязи. Хотя фильм явно преследовал иную цель, пытаясь угодить и китайскому, и западному зрителю, пытаясь сделать и очередную экранизацию о Мулань, и ремейк мультфильма. И хитро на этом срубить бабла, конечно, но тут пандемия и очередной скандал опять же с переносом премьеры на Disney+, что расстроило владельцев кинотеатров по всему миру и позволило фильму утечь в сеть намного раньше времени. Знаешь, я бы хотела увидеть больше экспериментов, мне нравятся амбиции людей, когда они делают что-то отдельное, самостоятельное и новое, а не просто ремейк. Но все-таки есть разница между амбицией и алчностью. Тут Дисней просто хотел сидеть сразу на трех стульях, удовлетворить и китайцев, и феминисток, и фанатов мультфильма. А получился такой компот, который никому не понравился. Да-да, никому не понравился. Угу. Будет мне уроком. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал моей очаровательной соведущей. Ссылку я оставлю в описании. Давайте скажем ей огромное спасибо за участие. Ну все, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Там много интересного. Пока-пока. Ну а на этом все. Ставьте лайк, если вам видео понравилось. Подписывайтесь на наши каналы, а также Twitter, Instagram. Все ссылки в описании. Сайтен! Надеюсь, я это правильно сказал. Энергия ци. Ци значит, ох, мои ноги.